Номинант на премию «Главбух года» Лилия Сибгатулова. Недавно она переехала из Ульяновска в Москву, получив приглашение на работу в бухгалтерию международного холдинга. Сейчас она главный бухгалтер компании PowerPlate, которая входит в KTIB Holding. Первая компания холдинга была образована в 2005 году в Лондоне для проведения высокотехнологичных сервисных работ в нефтегазовом секторе. С тех пор открыты офисы в Арабских Эмиратах, Азербайджане, Туркмении, Казахстане и России. В 2012 году группа компаний была сконсолидирована в Латвии под названием KTIB Holding. Холдинг оказывает инженерные услуги при строительстве скважин, занимается бурением с отбором керна, поставляет на экспорт оборудование для нефтегазовых систем, занимается промышленным строительством. А недавно был выигран важный тендер по отбору керна на двух скважинах в Южно-Сахалинске. Лилия устроилась в холдинг не так давно. Она успешно прошла сложное многоступенчатое собеседование. Решающую роль сыграли престижные документы о повышении квалификации, аттестат главбуха и сертификат высшей школы главбуха. Стать успешной в карьере ей помогает высокий профессионализм и постоянное желание двигаться вперед. Всем главбухам России я хочу им пожелать, чтобы их профессиональная жизнь была заполнена самыми яркими проектами, направленными на достижение желаемого результата. И сказать, что только совершенствуя свои знания, повышая квалификацию, можно добиться профессионального признания. Лилии приходилось восстанавливать бухучет в крупной компании с 25 обособленными подразделениями. Удалось вернуть из бюджета 7 миллионов рублей переплаченного НДС. А грамотная оптимизация налога на прибыль позволила Ульяновскому виртуальному университету сэкономить 50 миллионов рублей. В дальнейшем эти деньги были направлены на развитие новых образовательных проектов университета. Мои достижения в профессии бухгалтера – это успешное участие в налоговых проверках, активное и грамотное отстаивание своей позиции с применением налогового законодательства в пользу компании, что дало получить налоговые льготы по НДС и налогу на прибыль. 23 апреля в Большом театре пройдет празднование 20-летия журнала «Главбух» и торжественное вручение премии «Главбух года» всем гостям в подарок спектакль с участием мировых звезд. Вы сможете стать счастливым обладателем билетов. Подробнее о том, как попасть на церемонию, на сайте premia.glavbukh.ru и в журнале «Главбух».